Всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Skyrim Dawnguard. Мы находимся в коллегии Винтерхолда. И нам вот этот вот прекрасный, без сомнения, библиотекарь со своей чуть ли не легендарной в этом мире библиотекой рассказал, что нам нужно найти Септимия Сизания. Мол, он нам больше расскажет о драконьем свитке. Что ж, тут недалеко. Думаю, пройдемся. В прошлой серии мы получили квест «Найти драконий свиток». Также в прошлой серии мы получили свиток крови. Для того, чтобы найти лук Ауриэля, то есть лук солнца, нам нужно совместить два этих свитка. Я думал, придется полностью сюжетку пробегать, но в этом нет необходимости. Мы сразу попадем где-то примерно в середину. Где тут? А вот пост свидания. Хорошо. Недалеко. Ух ты. Вот это. О нет, я познаю твое неведомое и поднимусь до твоих глубин. Да, ты походу крышей поехал. Вот это механизм, да? Прикольный. Так, перестань ходить. Когда был построен последний этаж, все равно некуда было. Это был и есть истинный апофеоз. Не говорил ли ты знаток древних свитков? О, да. Империя. Имперцы скрылись за ними. Или они так думают? Те, кого видели. Те, кого не думают, что видели. Я знаю об одном. Забытом. Заброшенном. Но я не могу пойти к нему. Бедный Септимий. Ведь я выжил за пределы его хватки. Итак, где свиток? Здесь. Ну, здесь. То есть в этом измерении. Мундус. Тамриэль. Относительно рядом. В космическом масштабе все близко. Наркоман, что ли? Ты поможешь мне добыть древний свиток или нет? Один блок поднимает другой. Септимий даст тебе то, чего ты хочешь. Но ты принеси кое-что взамен. Чего ты хочешь? Узри шедевр работы Двемеров. Глубоко внутри величайшего их знания. Септимий — мудрец среди людей. Но он полный идиот. Рядом с глупейшим из Двемеров. По счастью, да. Они оставили свои указания к чтению древних свитков. Одно хранится по сей день в глубинах Черного Предела. Ты знаешь Черный Предел? Ну да. Где города двемерские поныне спят, там знания секретные хранят. Где этот Черный Предел? Ну да. В глубине, во тьме. Тайная крепость, башня-замок, Альфтенд. Точка прокола первого входа, свершения. Пройди к ее краю, и черный предел лежит за ней. Но не все могут войти. Только Септимий знает о тайном ключе, чтобы ослабить замок и за камень скок. Чего? Как мне попасть внутрь? Две вещи есть для тебя. Две формы. Одна острая, другая.
другая, круглая. Круглая для настройки. Двеневская музыка мягкая и тихая нужна, чтобы открыть хитроумные врата. Острый лексикон для записи. Для нас лишь груда металла, для двемеров целая библиотека знаний, но пустая. Найди Мзарк и его звездный купол. Там машинериумы прочтут свиток и возложат знания на куб. Поверь Септимию, он знает, что ты можешь знать. Ну, что с этим всем делать? Я знаю. I'm okay with the dark. Пожалуйста. Так, нас ждет путешествие в черный предел. Пожалуй, встретимся уже у входа в черный предел. Не хочу тратить ваше время зря. Итак, мы продолжаем. Бедные, бедные, бедные люди. Зачем было нападать на меня? Мы находимся в Альстанте. Древней двемерской руине. И вот такие двери нам открывают путь в черный предел. Я хочу, чтобы вы увидели, что это за локация, она не напоминает ничто, абсолютно. Ну вот посмотрите только на него. Это невероятно просто. Когда я первый раз сюда пришел, я просто вот так вот стоял и рассматривал. Это было прикольно. Блин, это меня просто порывило в скорее. Такое разнообразие локаций. Это было... Ну круто, чувствуешь. Я фанат серии Elder Scrolls. Так, ты. Так, да, правильно. Так, все, заберем. Оно тебе не нужно. Ой, а ты такой? Я таких не помню. Это что такое? Господи, Фаунер. Пошел в жопу. Да блин. Что происходит? Кто стреляет? Ну ладно. С луком, значит, будем ходить, да? Ну-ка. Чё-то какой-то не больно-то уж... Ага, хотел сказать, не больно-то уж, что нет. Так, стой, это все равно. А где Палмеры? Ой, это не Палмеры. Это геймерские машины. А вот и Палмеры. Ну, все? Нет? Все. Еще что-то где-то есть. Ну ладно. Все равно забей. Нам нужно выйти. Причем чем быстрее, тем лучше. Чем быстрее мы доберемся, тем быстрее добьем этот квест со свитком. И сможем дальше пройти по дополнению. Ну это моя вина. Абсолютно моя. Ой. Блин, проседание. FPS кошмар. Ничего бы это. Жрет, жрет ресурсы. Это локация. Ой.
Простите, не знаю, что случилось, но проседания FPS заставили меня перезагрузить комп. Вообще непонятные какие-то дела творятся на этой локации. Может, это мое железо уже устарело? Да ты успокоился, сейчас очкуешь там. У меня на две стрелы. Стой. Так, двигаемся дальше. Я вот думаю, перематывать или нет. До того момента, когда я уже доберусь до цели. Ну вот, вроде пришли. Вот эта башня. Это, собственно, и есть наша цель. Она нас приведет к свитку. Башня так. Знаете, в какие-то моменты мне даже становится жалко насчет того, что я прошел уже эту игру. Потому что познавать ее первый раз все-таки намного-намного интереснее, чем проходить вот так вот, после того, как ты ее знаешь почти на все 100. О, я помню это место. Вот видите, вот тот кристалл сверху. Вот там лежит наш свиток. Это капец. Ну ладно. Точной техники, как это все сделать, я не знаю. Я тупо буду рандомно нажимать кнопки. Потому что в первый раз именно так у меня это и вышло. Кнопка закрылась. Меч. Ну вот, как видите. Методом тыка открывается этот сюжет. Может, тут надо как-то по вот этой схеме расставить. Я не знаю. Ну, все открывается довольно просто, как вы видите. Надо тыкать до тех пор, пока не откроется следующая кнопка. Это мой стиль. Прохождение. Во. Да, спасибо. Я не понял, что мне нужно делать. Ну что ж, встретимся уже на месте. Вот, мы, собственно, и продолжаем. Копай, Двемер, в потусторонние. Вот я твой слова. Давай его! Быстро! Невообразимо! Теперь я вижу! Правда? Запечатывающая структура. Блин, все равно. Рассекается на мельчайшие фракталы. Кровь Двемеров
может ослабить крюки, но она не течет в живых жилах. Доспехи их братьев можно собрать для факсимиле. Обмана. Они такого не ждали, даже поймут. Кровь Альтмеров, Восьмеров, Данмеров, Фалмеров и Арсинеров. Живущие эльфы дадут ключ. Принеси себя к всему экстрактору. Он выпьет свежую кровь эльфа. Приди, когда он будет закончен. Ну, почему тебе так не тягаться открыть этот ящик, я знаю, потому что там лежит довольно занятная книжонка, которая нехило развивает навыки. Это довольно интересный квест. Блин. Это не ниже. Так, ну придется поболтать с этим дерьмом. Подойди, блин. Окунись в мою ауру. Кто ты? Я Тирмеус Морда. Я страж невидимого, знающий неведомое. Я следил за тобой, смертное существо. Долбоёб. Я доволен. Что ты от меня хочешь? Твоя помощь. Делает его терпение необходимым. Он хорошо послужил мне, но время его на исходе. Когда этот адский ящик откроется, Сеттин перестанет быть мне нужен. Когда придет этот час, ты займешь его место, станешь моей дланью. Что скажешь? Я никогда не присоединюсь к тебе, демон. Береги, многие так думали. Я сломал их все. Ты не сможешь вечно прятаться от меня. Ломай. Ломай меня полностью. Ну блин, ну куда ты ушел-то? Думал, ты меня ломать сейчас будешь. Не знаю, почему-то то существо такое высокомерное, но если он думает, что я буду служить какому-то фантому, это он зря. Долгие загрузки. Оп. Стоп, перед тем, как я с тобой поговорю, мне надо найти... Доброго дня тебе, друг. Все ли в порядке? Нет. Кэ-кэ. Ты мне не нужен. Мне нужен кузнец. Ты? Well, this isn't exactly a palace, is it? I suppose I'd rather be here. I wonder what we're up to. Тебя беспокоит то, против чего мы выступили? Yes. These vampires are a new threat, and a truly deadly one. Dunmore and I agree that we're going to need Florentius to help. Dunmore and I have a lot of work to do here, so we were hoping that maybe you could track him down. Какой Флорентий? He's a priest of Arcay. Well, живет Аркей, ясно. It's complicated. He's a little eccentric, but we can trust him, and we can definitely use his skills. Где мне его найти? Well, that's the thing. We don't know where he is. Yes. I haven't seen him in years. I think he had regular contact with the Vigilance, and I know Isran kept track of him.
Maybe you could ask Ethan if he knows anything. Just keep in mind that he, well, might not like the idea. Ну ладно, сейчас спрошу, ну подожди. I like what Ethan has done with the place. Good to see someone else is really prepared. Уйди нафиг. Можно научить меня делать как балет? A basic one, of course. That is, assuming you know anything about steel. Блин, уйди, козел. Pretty simple. Talk to Gunmar if you need materials. До встречи. Ладно, Гамма. You're putting yourself in harm's way. You best be prepared. Take it easy. Тяжелая броня. Оставь себе. О, тролля можно купить. Круто. Ну, мне сера не хватает. Чё-то, продажа. You had a surprising stockpile of weapons and armor. Take a look. Так. Первый стирка. О, болты, болты, это хорошо. Возьмем, пожалуй. О, ничего такого. А, вот, тебя продается. Можно было, значит. О! Можно было, значит, его паренька не убивать. А ну-ка, возьми, покажу. Все тяжелое, 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 тяжелое броня. Хорошо? Сейчас вот это продам. Лук, ну лук оставлю, пускай это лежит. Ну, да, я не жалко. Take care of yourself. Так. Пока что не знаю. Надо пойти найти этого Ганнера. Ясно. Он как всегда свет придурок. Как я помню, первый раз пришел сюда, заблудился. Вот я опять заблудился. Ну отлично. Не ту лестницу выбрал. Ходил по этим залам. Как слепой путенок. I knew it would come to this one day. I be on your guard at all times. Avoid sleep if you can. Sleep is for the weak. Watch your back. Even with all my preparations, we can't be together. The monsters could strike us at any moment. No. The vampires will show us only what back in the wound up turning into their job. They were eventually fought vampires wherever they found them. I aim to continue that mission. О, мне нужно найти кое-кого по имени Флоренти. Who said something? Сорин or Гунмар? I thought they'd have learned their lesson by now. I don't trust that man, and I don't want him here. Сэрин предложила. I suppose she's right. I shouldn't let my personal feelings get in the way. Last I heard of him, he was aiding the vigilance of Stendar Grunwald. He may still be there. If he can maintain some appearance of normalcy, I'll allow him to stay. Хорошо. Stay alert. Так, ты. Стой. I trust your journey was successful. Древние свитки у меня. I'm sorry, my friend. I can no longer be of use in this matter. Твою мать. Ты ослеп. It's my fault. In my haste to read the first scroll, I neglected the careful preparation required. I thought I'd be able to allay the after effects. Mm. But I was wrong. Now I am paying for it. Это повязка на твоих глазах. Ты ослеп.
Yes, I'm afraid so. Что может тебе помочь? No, it will have to run its course. And there's always the chance I may never recover. Да, нам всем конец. No, there is another way. The question is, how much are you willing to risk to find Oriole's bow? Ты хочешь, чтобы я прочитал, да? I can't guarantee you'd be free from harm. Becoming blind could be the least of your worries. Не переживай из-за этого, просто скажи. Scattered across Tamriel are secluded locations known only as Ancestor Glades. There's one in Skyrim, in the Pine Forest. Performing the ritual of the Ancestor Moth within the glade should provide the answers you seek. Объясни мне суть этого ритуала. It involves carefully removing the bark from a canticle tree, which will in turn attract Ancestor Moths to you. Once enough of the moths are following, they'll provide you with the second sight needed to decipher the scrolls. In keeping with tradition, you must use a specific tool in the ancestor blade, an implement known as a draw knife. Every moth priest is taught this ritual, but few ever get the chance to perform it. You should consider yourself fortunate if it works for you. Мне нужно прочитать свиток в особом From порядке, what I да? saw in the vision, the Elder Scroll which foreshadows the defiance of the gods with the blood of mortals is the key to the prophecy. Good luck. Okay. I hope you find the answers you seek. Я могу тут перепрыгнуть? Да. Да, могу. Все нормально. Так. Ну, хорош. На этом, пожалуй, завершим серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых видео.